Сегодня мы приехали на нашу фазенду. Опять смотрим, что у нас тут. Отсыпали. Сидичка надо ставить. Я понял. Вот, отсыпали вот так. Вот сейчас высаживаем. Да, Алексеевна, что вы сейчас высаживаете? Вот это слива. А вот это что посадили? А дальше? Две смородины и вишня. Тут пока садят, работы идут, воду носят поливать. Воду. Юля, покажи редиску свою. Сито надо же. Сейчас, подожди, у нас тут же кино снимается. Показывай. А где они там сами-то? Во, как у нас редиски уже. Сегодня у нас какое число, Юля? 9 мая. Мясо будет жариться. Пойдемте смотреть. Все у нас зашло. Вот. Огурцы пошли уже вовсю. Вот так вот все растет, цветет. Здесь вообще уже заросли какие-то. Салат даже. Все, редиска. Так, пойдемте. Водосточку мы расключили. Пойдемте водосточку покажу. Видишь песок в воде? Да, вот такая у нас. Вот такую мы сделали водосточку. И релиф. И вот в емкости пошло. Глаз. Садят что-то. Эту пленку обязательно надо сдержать, чтобы она не приклеилась. Что вы садите сейчас здесь? Корни прям. Это слива, да? Ой. Давай. Вот такие на 9 мая мы садим деревья. Да, Юля? Кустарники. 9 мая. Это что садим? Тоже слива. А где смородина с малиной? Уже посадили. Уже это посадили? Малины нет у нас.
Вот все, на 9 мая мы высадили все. Ну зачем ты лезешь, чтобы ты можешь вот здесь вот остаться? Вот, стой отсюда. И все еще у тебя вон нет. Да. Еще маленько, Паш, воды надо будет, там земляничка маленькая есть. Вот. Аллея славы на 9 мая. Вот и уральская усадьба. Юля, собери мешки мусорные, пока не растянула. Ах.